Привет! На рыбалке можно ожидать чего угодно, от богатого улова и необычной наживки до просто памятных и забавных случаев. В этой подборке есть все это и даже больше. Погнали смотреть на топовые моменты, произошедшие с профессиональными и не очень рыбаками. Если леска на удочке порвалась, попробуй использовать ее как копье. Наших предков этот способ всегда срабатывал. С такими навыками он точно выживет на необитаемом острове. Как гласит одна мудрость, всегда найдется рыбка покрупнее. На этой лодке очень жесткий фейс-контроль, и они не побоялись заявить об этом даже ему. Вот так и появляются байки от рыбаков про всяких чудовищ. А ведь это всего лишь группа ламантинов приплыла поприветствовать парня в своих краях. У этого парня однозначно есть суперсила. Поймать голыми руками такого гиганта, как тарпон, под силу не каждому. Oh, yes! It jumped up in the canoe and landed in the front! You want this? I already have one! Они явно выбрали слишком маленькую лодку для такого улова. Какая тут рыбалка? Видос для туристов, которые обожают купаться в запрещенных местах. Look, we saved the turtles, boys! Save the turtles, boys! Save the turtles from 7-pound bass, boys! Так выглядит удачный день на рыбалке. А вот так максимально неудачный. I did.
такому переезду она точно не была готова. Показательное видео о том, почему важно выбирать правильное место и такой же правильный прикорм. Можно сказать, эти малыши теперь официально съехали от родителей. Если в море вышли эти парни, ехать на рыбалку нет абсолютно никакого смысла. При одном только взгляде на такое количество рыбы в твоем организме восполнится омега-3. Парень живет в мире, где нет историй про сомов, которые едят людей. Fish is starting to kick really good. Caught its breath. We swam it for 10 minutes now. It's starting to kick really good. I'm gonna send it home. Woo! Woo-hoo! Yeah! Интересно, рискнул бы он сделать то же самое в ее естественной среде обитания? Так сразу и не скажешь, кто здесь охотник, а кто добыча. Способ, мягко говоря, необычный. Посмотрим, сработает ли. Чтобы показать мастер-класс, настоящему профи даже не нужна удочка. Она явно выплыла сказать, что это место для рыбалки уже занято. Аллигатор буквально такой: «Ну че ждешь-то? Подсекай!» Не могу понять, это улов или наживка?
put it in the water. And get him to drop all the ink, otherwise. Bro, that's not. Oh! Yeah! Oh! Oh my god! Look at my face! Причина, по которой одновременно стоит и не стоит заходить в море ночью. Кстати, несмотря на грозный вид, рыба-пила практически не опасна для человека, и ее ловля представляет скорее спортивный интерес. Знай, кого стоит благодарить за свою закуску вечером в пятницу. Hey, bear. Hey, bear. That's my fish! No! There's no way. You took my fish! Get back here! Из воды эту громадину с трудом вытащили трое взрослых мужчин. Представь, сколько весит этот монстр! Рыба-бабочка хоть и не умеет в популярном смысле слова летать, зато способна выпрыгнуть из воды на высоту до 3 метров. Ставь лайк, если тоже не ожидал увидеть такую зверюгу. Учитывая стоимость тунца, они только что обеспечили себя пенсией. Акула-молот — это, конечно, не белая, но я бы на всякий случай тоже был с ней повежливей. Вот кто точно смогут доказать женам, что они были на рыбалке. Может, этот кальмар и попался, но последнее слово точно осталось за ним. На языке геймеров это еще называют читерством. Зацени, как рыбачат снайперы. И как проводит выходные на озере Спайдермен. Когда нет времени выехать на природу.
Как думаешь, сколько весит этот гигант? В любом случае, ты бы вряд ли хотел с ним поплавать в одном водоеме. Судя по реакции друга, это случается уже не первый раз. Ловля марлина – это как посвящение в рыбаки. И вот он пока не прошел испытания. Марлин – одна из самых быстрых рыб в мире. Респект парню, что поймал его голыми руками. Кто-нибудь знал, что лобстеров можно выловить комплектом? Нужно обладать каменным сердцем, чтобы не накормить это чудо. Как говорится, не бойся быть другим, бойся быть таким, как все. Парни, успех! Хоть кто-то из них теперь знает, почему мы не экономим на снастях. Андрей, задоволенный. Będzie robiła robotę takim pyskiem, nie? Dobra. Co to jest? Krokodyl? Krokodyl, gdzie się...